Такой у нас красивый вид с террасы в Бирате. Завтракаем. Вот смотрите, какой нам большой завтрак принесли. 30 евро на двоих стоит номер в отеле. Вот с такой террасой, видом на исторический Бират. В Бирате на крепость есть несколько бесплатных ходов. Вот один из них. Мы уже подошли. Посмотрите, как все в маках. Тут видно город. Всего лишь на одной из частей. Город состоит из таких трех районов. А это та самая бесплатная козья тропа. Тут, кстати, за крепостной стеной еще живут люди. Но самое красивое это в мае маки. Они, конечно, повсюду. А мы идем на панораму. Обязательно поднимитесь на крепости к этой антенне. И отсюда открывается просто чудный вид. Впереди с круглой крыши это университет. Там церкви, мечети, старый город. Он делится на три части. Вот, кстати, напротив вторая часть. Вот эта гора вроде называется Партизанская. Речка. По ней, она сказала, рафтинг идет. Кстати, жилой город. Вот дворик видно открытый. Петух стоит. Все в цветах, ухожено. Можно у Васьки пожить. Видите, сдают апартаменты Васька. Вот можно в бар к Ваське сходить. Пришли в музей Ануфри. Это в крепости Бирата. Здесь находятся какие-то иконостасы очень интересные. Иконостасу 200 лет этому. Очень шикарный. Я его включила. Вышли к закрытой православной церкви. Почему-то вот она не работает сейчас. Как видите, город живет. По такой козьей тропе мы возвращаемся. Сначала была широкая, теперь узкая. Не хотим ходить центральными дорогами. Хотим наслаждаться городом. Вот это его современная часть. Встретили жительницу Бирата. Она немножко стесняется вас. И спряталась. Бугенвилья и розы. Посмотрите, какие у них тут сады. А высоту садов оцените. Это нечто. Видно часть Горицы. Здесь находится храм на горе. А здесь мы были, где флаг развивается. Очень красивая панорама сверху. Мы арендовали отель на той стороне. Сейчас попробую вам показать его. А вот терраса белая видна. Вот по центру терраса и слева серый домик. Тут мы жили. Зашли случайно в такой магазинчик, где при нас делают кофе, жаривают. Сейчас купим. Невозможно в такую майскую жару жить без пива. Я решила его заказать все-таки.